Всем доброе утро, друзья мои. Утро добрым не бывает, особенно в понедельник, особенно в лесу. Блин, я уж думал, вот этого пейзажа я не увижу никогда. Так, оглядим машину. Ё-моё, я думаю, что у меня вчера, блин, это, смотрите, что случилось. Какая произошла беда. Что ты думал, у меня на прицепе перестали габаритики гореть? Ладно, сейчас это все мы оттаем. Фигня какая произошла, да? Так, тут-то что у нас? Ой, колесо, как мне жалко, друзья мои. Я, кстати, блин, смотрите, дырка какая. Подлявилось колесико. Так, тут у нас все нормально. Тут у нас все зашибись. Вчера поставил вкладыш рессоры. Вон он стоит, видно его. О, зашибись. Так. Я вчера еду, что думаю, у меня, блин, габариты пропали. Ну нафиг. Приехал, ну нисколько неохота на улицу выходить. Так и, короче, так и не выходил, так и все. Спать лег. Ладно. Так, все вроде ладно тут. Я вчера стою на перекрестке производственного Щерса. Стою, ну, светофор жду. Как раз в этот момент, блин, удалился потом. По техническим причинам. Слышу, бабах, блин, ё-моё, нихера думаю себе. На улицу выхожу, все колеса на месте. Чё думаю за фигня, блин? Парень один окно открывает. Я говорю, слышишь, у кого что взорвалось? Он такой сидит. Не знаю, у кого что взорвалось, но было очень страшно. Ё-моё, колесо взорвалось, блин. Блин, беда. Колеса-то хорошие. Ну, наверное, знаете что? Был, наверное, порез. Так, запуск. Запускаемся. Чё, вы согрелся, моторчик? Вот так вот запустились. Запустились, давление поднялось, все зашибись. А, вчера я чуть-чуть подлил маслица, потому что подходит уже время масло менять. И ну, так получается. Получается, не получается, масло надо долить его. Сейчас на литра 2,5-3, наверное, долил. Все зашибись. Так, о, видите, пацаны у нас генератор вытащили, Саня КамАЗ уже запустил. О, свет горит. Сейчас зайдем, поздороваемся. Жди, хоть я, Саня, включу, я еще не включился. Ты уже это, здорово, парни. Надо, наверное, выключить эту. О, вспышку выключил, а то вас слепит. Так. Выключил дальний свет. Опять у нас так банда не меняется. Здорово всем, ребята. Так, что мы сегодня будем... Блин, зацепился еще. В вагоне не топлено. В субботу, воскресенье здесь никто не жил. Так, что? Странно и иностранно, да? Саня, а картошка-то в подполье как, нормально там у тебя? Не замерзло? Морозов не было. Ладно, пьем чаек. Одеваем, как обычно, цепи и в бой. Рвем когти. Вся зима будет в покорениях делянок. Фаркоп ему, блин, на телегу. Ё-моё. Ты телегу еще и одну и зацепишь. Вот можно было, я бы зацепил бы уже давно. Все, давай колбасу нарезай. Что-то парни привезут с этого. С понедельника. Ну вот это, что там, шпоны? Ну, шпон, вот. Типа я принял и зажгем. А, чисто шпона там сжечь? Ну, его накидать, ну, зажечь. Завы надо, лопату взял. Ну да. Дело-то в другом. От него золы не остается. Горит и горит. А золы-то не остается. Термотом сжигает. Так его, я понимаю, что сжигает. Я и говорю, я его и привезу. Он будет гореть долго. Там оттает, блядь, даже. В делянке у тебя, наверное, что-нибудь. Масло вот еще есть. Масло не будет замерзать никогда. И в вагоне будет тепло.
штаны начал принести. Ублюдок я отдать. Два сумочка всего на. Думаю, бля, хоть понятно это, загрузгать на грибу. Нагрёб. Нагрёб, вот. Нет, мясо я привезу, привезу. Что, можно зажечь-то, что хуже-то не будет? Так ты еще таракан сказал, этот, с Андреем поговорю, чтобы мешки купить. Там есть котельная, я говорю, там колдеренок есть. Ну что, друзья мои, всем приятного аппетита. У нас завтрак. Такой легкий завтрак. Все, я вот все. Вовчик мне тут у нас... Масло через год без вкусности. Машу, блин. Крыльями. Крыльями Маша. Смотрите, деду подай на пол. Петер, валите нахуй, дорогие. Ты что, уебал? Да. Ой, вон что ли? Кто сломал алюминий? Директор купил. Сидофория. Нет, да, видно. Полку купил. За уличами делянки были парни, это Димку. Димка летит, короче, на фишке с распуском. Да, сиденья-то нету. Грузить-то так. Одна как полоска. Вот он весь день, блядь, между булок зажал, блядь, это. Так, все, позавтракали мы, чайку попили, пошли цепи одевать. Цепи хуенные будем одевать, друзья мои. Блин, хозяйственное утро у нас сегодня. Цепи одел. Вот такие цепи. Цепи хуенные. Поворотник он мигает. Вилку починил. Там еще... Там внутри проводок еще один вылетел в вилке. Пришлось вилку разбирать. Вовка он чистит фуру. А я сейчас поменяю еще амортизатор передний. Брат мне купил амортизаторы в этом магазине. Хотел, блин, взять какие-нибудь каябовские хорошие качественные амортизаторы. Не было. Эти. Купил такие же масляные. Сейчас поменяю еще амортизатор на кабине. А то они уже слабовато стали. Кабину болтают. Так-то бы и задние надо бы поменять. Ну, задних нету. Задние дома поменяю потом. Но они вроде не текут хорошие. Зад-то не так качают. Вот перед раскачивают. Сильно-то. Поменять хотел амортизаторы на кабине. Новенькие лежат. Старый снял, все. Чики-пики. Ставить новый начал. Думаю, на, прокачать кверху, книзу. Прокачивать начал. Чё, думаю, он как-то легко. Старый беру. Блин, он туго. Нормально. А этот вообще легко. Думаю, что думаю, за фигня, блин. Короче, подсунули амортизатор. Не нивовский, а копеечный. 2101. Ё-моё, в автобане вы чё, блин, русского языка не понимаете? Я, не я покупал, не сам. Брат пришел в магазин по звонку, мне позвонил. А это. Все я ему объяснил. Нивовские амортизаторы. Блин, я еще хотел взять какие-нибудь каябы. Пожестче, чтобы были. Че, блин, вы из русского языка не понимаете в автобане, что ли? Юрик Макарюрик, блин. Сейчас вот что, блин, я и чек выкинул. Поменяют, наверное. Брату отдам, пускай меняют. Бегу к Вовчику. Он встал в подъеме. Саня уже на фишке подъезжает. Думаю, надо это заснять. Этот момент. Парни уже на меня, блин, смотрят. Очень плохо. Скажут, все снимает. Очень. Ну, им нравится, парням, нормально. Ну, пацаны, нормально. Все перемело здесь, вот в чем дело. Вон, смотри, как буксовал. Вражик такой. Ох, я даже побежал. Так я что с видеокамерой, так я и без этой. Без, как они называются. Без перчаток даже. Я с видеокамерой, так я и без перчаток побежал. Поскорее, лишь бы успеть.
А, так он на юзил-то, да, здесь? Юзом спускался. Хотел тебе помочь. Такая вот зеленая лямка. Сейчас посмотрим, как она растягивается. Надо уйти только подальше. Вон, видите? Стал в самом-самом подъеме. Чуть-чуть не вытянул. Сейчас что мне предстоит? Ё-моё, нифига он разгончик берет. Все, рванули только раз, и все, поехали. Пять секунд, короче, он его вытащил. Ух, фига себе, как скользко. Все, друзья мои, моя очередь. Отцепляются парни-то. Че ты, Вов, отъезжаешь? Да, сейчас погоди, я уеду. Ждем, друзья мои, ждем. С моря погоды. Вот такой вот вам с утра свежий воздух. Порция свежего воздуха. Так. Все, с ручника сняли цепи. У нас одетые. Сейчас посмотрим, как выскочим. Наверное, на третий пониженный я сейчас. Так, блокировочку. Шкрябаем, шкрябаем, шкрябаем. Ну, вот здесь Вовка-то весь стоял. Красота! Ха-ха! Вышли, друзья мои, налегке, налегке. Саня даже вон трос не стал заматывать. Этот зеленый канат свой. Давай, говорит, Леха, газуй. Сейчас мы его пропустим тут. А что его пропускать-то? Нет, на, пропустить нет. Что пропустить тебе? Поезжай, говорит. Поднялся, вроде нормально. На третий пониженный. В самом низу, на второй спустился. В самом низу чпоньк третью пониженную. И все. Он сразу же, знаешь, так, тюх, разгончик взял и вышел. А там, правда, на бугната. Он юзом спускал. На О, ты что, хоть могучий? Могучий. Саня говорит, КамАЗ, говорит, вообще сила. Если три категории водителей-то, ездок, ездюк и пиздюхули. Слышали, да? Ладно, мат не буду вырезать. Это, ну, это надо, короче, для контента. Парни, есть такая поговорка. Не по рукам она, да хуже варежки, ё-моё. Вот так вот, друзья мои. Никто не может выехать, видите, в подъем. Только мы избранные. Так вот, друзья, ладно. Опять качает нашего брата. Так, давайте. Буду грузиться, включусь. Вон у нас Мазик подъезжает. Саня Вовку грузит. Уже вторую пачку укладывает. На улице снег идет. Снежок такой порхает. Новогодний. Новогодний.
Здравствуй, здравствуй, коллега. Вовка подъехал тоже, коллега, на белом мазу. Погрузка, друзья мои, зависит от фискариста. Вот кто умеет вот так вот грузить, ставьте лайк. У нас грузить умеет только Саня так. Саня, 8 метров высота, куда? Вы посмотрите. Вот это, короче, ездит, возит человек на МАЗе, у которого коники 2.10. И поехал. Даже дыма черного нет. Чудеса среди бегущих. Ребята, кто умеет так грузить, ставьте лайк. Так, ну что, друзья мои, выезжаем из делянки. Вовка он уже пошел в подъемчик. Ну, все нормально вышел. Наша очередь, друзья мои. Соответственно, включаем первую пониженную. Блин, у него первая-то понижена, самая-то понижена, вообще тихо-тихо. Я еду на первый... Опа-на, а что он встал, зачем? Не вышел в поворот, что ли? Нет, вроде, блин, слава богу, пошел. Пошел. Давай, уходи. Ну, слава богу, вышел. Что, вышел, слава богу? Да ну, блядь, он не рулит, нахуй. Все, давай, я выхожу. Рулит, говорит, плохо. Не вписался в поворот. Очень высокая скорость была. На первой пониженной разгоняется, что ляшак у меня КамАЗ. Надо потихонечку спускаться-то. На спуске-то нельзя давать разгоняться. Ё-моё. Нормально выскочил. Он груженный-то и не пробуксовывает даже. Вон, смотрите, куда Вовчик-то заехал. Прямо у него пошел. Он влево. Ну да. Плохо зарулил. Thank you.
Бог, зря, наверное, уже вторую-то врубил. Да, на первой пониженной, наверное, есть. Ой, повышенная. Первая повышенная, друзья мои. Ну все, что? Самый такой страшный этот. Как уж страшный. Так, короче. Овражек, овражек. Преодолели. Давайте, давайте, учимся. А, сейчас я цепи снимать буду. Сниму цепи и уже потом поедем. Все, поедем сегодня на спичечную фабрику. Осину везем на спичку. Вроде раньше так не трясло здесь. Затрясло как. Заколбасило, блин. На светофоре повернул налево, друзья мои. И мчимся вот с горы, спускаемся. Вовка позвонил. Где-то на вот после заправки движения повернуть направо. Встать, говорит, вообще негде, чтобы тебя проводить. Сейчас будет заправка движения. Да, такой спуск тоже в Слободском, смотрите. Нехилый. Сейчас поедем на перекрестке. А, ох, нифига себе, меня еще и подтащило. Сейчас на перекрестке, друзья мои, навстречу встретился лесовозик. Но я подгадал так, чтобы... Ну, это, что-то я не включил сразу-то камеру. Подгадал так, чтобы на первой пониженной подняться в гору. И... в это, как он называется, ну и к зеленому светофору это, подъехать тихонечко ехал, смотрю, на встречке КамАЗ, лесовозик, я говорю, пропусти меня, пожалуйста. Он говорит, давай, конечно, пропущу, что, вообще не вопрос. Хоба и запустил. Вот таким, друзья мои, уважуха и респект, ребята, потому что в подъеме, блин, вообще беда. Так, все, направо нам надо. Автомойки всякие тоже, вот видите, подъемчики надо направо повернуть. О, вентиль газовый. Нифига себе. Борьба со снегом, все борются со снегом, смотрите. О, в маленьком домике, смотрите, уже Новый год. Домик малюсенький. А Новый год уже у них начался. Ха-ха-ха. Дальше-то куда нам? Все прямо, не прямо ехать. Вов, принимаешь? А ушли на 15 канал. На... Кого, говорит, спрашиваешь? Вовчика, Вовчика. Едут на спичечная фабрика. Ну, наверное, нам, наверное, все на по главной ехать. Или нет? Там вправо какой-то въезд. Это я не знаю. Как бы не заблудиться, друзья мои. О, опять жирненький полицейский лежачий. На первое его перешагну. Плохо груженому по таким буграм ездить.
Опять куда-то я зарулил кривулями. Сейчас как окажется, что не туда, как в Нововятске, придется куда-нибудь ехать, разворачиваться. Так, движемся по главной все. Спичечная фабрика у них здесь есть. Из осины они делают спички. Весь мир пользуется зажигалками, а мы до сих пор спички строгаем. Именно этот вопрос и задали пацаны на этом, на заводе-то. И знаете, какой был ответ? Не поверите. В основном, говорит, все спички идут на экспорт. В южные страны, Африку там, говорит, куда-то еще. Потому что там, говорит, зажигалки в карманах взрываются, друзья мои. Вот так вот. Так, наверное, я сейчас встану. И, наверное, я сейчас позвоню. Что-то, по-моему, ребята, я уехал вообще не туда, в какие-то гаражи я приехал. Все, окраина города, какие-то гаражи. Куда я еду, вообще не пойму. Все, сейчас остановлюсь вот здесь вот. Вот здесь вот разгребено. Ох, заехал вот так вот. Оп. Чтобы не мешаться. Со мной смотрите, какая бригада. Да, друзья мои, все, я еду, оказывается, правильно. Вот тут сейчас мы едем по деревне Щуково. О, магазин Вишенка, нифига себе. Так, деревня Щуково. После него, говорит, будет какое-то Первомайское, что ли. И вот в Первомайском надо будет нам повернуть налево, наверху горы. Так что вот, так что я, знаете, правильно все проехал, никуда не надо было сворачивать. Ни разу здесь не бывал. Слободской, кстати, кончился, началась деревня Щуково. Смотрите-ка, нормально так поднамело, поднавалило. Все воюют, борются со снегом. Сейчас он тоже проезжал, пока разговаривал. Мужик на снегоуборщике шпарит, убирает снег, чистит. Ох, у меня тоже дома снегоуборщик. А вот. Я вот так-то обслужил и масло поменял в моторе. И колесо. Блин, колесо там... Камера постоянно рвется. Ну, не рвется, устойки ее прорезают от диска. Вот заменил камеру. О, ребята, у нас опять Слободской начался. Нифига себе. Оп, и снова Слободской. Ха-ха. Отойди. Вообще ничего не понимают. Идут в наглую. Отойди в сторону на метр. Целее будешь. Так, все, мчимся дальше. Так, добрался я быстренько так в 5 секунд до Первомайского. И вот сейчас смотрим. В общем, говорит, с горы спускаешься. О, ничего здесь, какие красоты перед нами открывается. Какой пейзаж красивый. Ха-ха-ха, круть. Так, сейчас, говорит, до этого, как он называется? Спустишься, говорит, с горы. Потом поднимайся, говорит, в гору.
и налево. На втором, по-моему, перекрестке налево. Увидишь ли, там у меня прицеп видно будет, наверное, возможно. Блин, такой спуск, улица узкая. Тротуар нет, смотрите, пешеходы бродят прямо по этому. Так, друзья мои. Там вон печка топится. С левой стороны, наверное, нам туда. Там вон козловые краны как раз. Да, туда нам и надо. Туда нам и надо, на спичечную фабрику. Фига здесь какие дома такие высотные стоят. Пятиэтажные. Так, вот смотрите, перекресток первый, да, получается? Так, что ли, получается? Нам туда не надо, налево. На следующем повороте надо будет налево. Или не на следующем? Внимательно смотрим, ребята. Ага, все, я понял, куда ехать. Вижу я вон там Вовчика. Вот она, спичечная фабрика. Сейчас заедем, я вам сейчас все покажу. Так, пешеходики. Пешеходики. У меня еще и рация, оказывается, выключена. Вовчик там он пятится. Тут на, нет куда идти отмечаться-то. Эй, Витя, вставай вон вдоль здания. Справа, что ли, или слева? Туда на гору, он заворачивается там где-то, блядь, на прицепами-то. Я хуй знаю, ты где-нибудь встань, поверю тебе. Легковой шиномонтаж. Нет, понятно. Телебал этот легковой шиномонтаж, блин, в доску. Так, друзья мои, одеваюсь я. По-тихому сейчас так засниму все. Выехала, что ли? Ха-ха! Бревно, говорит, у тебя выехало. Выехало и выехало. Че оно? Че теперь с ним сделаешь? Как его обратно не запихаешь? Сейчас посмотрим. О, нифига себе! Такой вот здесь кран, друзья мои. Козловой. Фанера, говорю. Осина лежит.
Так, ну что, друзья мои, на улице уже стемнело. Все, мы выгрузились, все хорошо. Сейчас рвем когти мы в сторону Белой Холуницы. И завтра, наверное, с утра будем мы там грузиться в стороне Белой Холуницы, где-то там в делянке. Я, короче, не знаю, что это такое сейчас было. СМС-ка какая-то пришла. СМС-ка пришла на телефон. Так, ну и все. Завтра увидимся уже где-нибудь в Белохолуницких лесах. Друзья мои, давайте. Всем счастливого пути. Всем удачи на дороге. Давайте, всем пока.